Итак, всем привет. Faculty second frame. Adam Stefan at the break. Сегодня у нас Ронни Усалин и Адам Стефанов. Скоттиш Опен 2016 года, второй раунд, второй фрейм, матч из четырех побед. Начал фрейм Стефанов. Рефери Марсель Эккарт. Ronnie O'Sullivan, 4. Adam Stefanov, 1. Ну, пока Стефанов еще держится. 2 минуты прошло, он еще атаку не предоставил Ронни. А нет, предоставил. One. Ну вот Ронни, тут разбираться сейчас придется. Позиция не самый сок, но в принципе нормальная. Seven. Ronnie O'Sullivan, 30. One. Adam Stefanov, 13. One. Thank you. Seven.
8. Тринадцать очков набрал Стефанов. Ошибся, и теперь атаки Рони. 16. Ну, тут он вполне уже может закончить фрейм. Позиция несложная. 24. 32. Foul. Ronnie Asylum in 47. Adam Stefanov 6. 1. Adam Stefanov, 15, frame Ronnie Sullivan. The third frame. Ronnie Sullivan to break. Так, вышел Стефанов на разминку. Немного пару жиров забил и все равно сдал фрейм. И счет стал 2-0. Сейчас у нас третий фрейм. Начал Ронни. Stefanov, 1. Foul and a miss. Adam Stefanov, 4. Технический брак от Стефанова. Не забил он шар. Ирония. Красиво забил красный. И вот тут сейчас ему придется разбирать эту тяжелую позицию. Непросто. Nineteen.
37. Sixty-four.